Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на 6-м фестивале художественной гимнастики «Алина-2014». С вами организатор и руководитель фестиваля Алина Кабаева. И Дмитрий Губерниев. Мечта. Такое простое и знакомое слово. Но что же оно значит? Мечта – это путь к счастью, и у каждого из нас он свой. Один хочет стать героем и мечтает о великих подвигах, другой – о большой любви. А кто-то, быть может, видит себя знаменитым спортсменом. Мечта – это сила, которая придает смысл всей нашей жизни. Мечта – это первый шаг к цели. Детская мечта – это самое святое, что есть у ребенка. Когда ребенок мечтает, он становится творцом. Он создает свое будущее. Будет ли трудно? Да. Будут ли ошибки? Да. Но если ваша мечта исходит от самого сердца, если вы вкладываете в нее всю душу, посвящаете ей свою жизнь, все обязательно исполнится. Главное – держать правильный курс. Пусть счастье служит вам маяком. Сегодня на нашем корабле мы пришли к острову детской мечты. Здесь будет все, что так нужно каждому ребенку. Веселье, танцы, смех и музыка из любимых кинофильмов. Мечтайте и всегда надейтесь на лучшее. Верьте в себя. Золотые деньки мне сыграют.
друзья, в Международный день защиты детей мы посвящаем наш фестиваль исполнению детской мечты. Сегодня впервые на фестивале выступала команда из Севастополя. Да, этот прекрасный номер школы Севастополя и Краснодарского края поставили буквально за месяц. Вот так спорт объединяет людей. А сейчас свою подготовку покажут спортсмены сразу из трех городов – Москвы, Цхинвала и Иваново. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, им нет числа, сквозят и всех щелей. Сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день и ночь прощается. На свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора, ветра разлук, обид ветра. С каждым годом становится все больше школ и секций, в которых занимаются художественной гимнастикой. Как много юных спортсменок мечтают стать чемпионками. Да, Дим, но нельзя забывать и про массовый спорт. Чем больше будет спортивных школ и секций, чем доступнее они будут, тем больше людей будут заниматься спортом. Развитие массового спорта – это задача государства на всех уровнях власти.
изменениях в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде, непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам. Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода. За грехи людские плата. Непогода, непогода. Не ангина, не простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам. Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Никуда, никуда нельзя укрыться нам. Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Друзья, в нашем празднике участвуют более 550 спортсменов. Да, Дима, это международный фестиваль. Спорт объединяет людей со всего мира, и неважно, какой они национальности. И сейчас мы увидим выступление наших друзей из Кубы и Болгарии. Ha ha ha!
Я всегда говорю, что не бывает неталантливых детей. Все дети талантливы, но многое зависит от нас, взрослых, от того, как мы воспитаем, куда направим ребенка. Правильно, Алина. Талантливая страна, талантливые люди. А сейчас свой номер нам покажет юное дарование сразу из трех разных школ Краснодарского края. Слышу голос из прекрасного далека. Голос утренний в серебряной России. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее. В беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее. По дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а с чистого истока. Прекрасное далеко. Далёко я начинаю путь. Спасибо. Спасибо, надо сказать, и всем тренерам. Я сам спортсмен и знаю, что успех во многом зависит от профессионализма наставников. Хороший тренер помогает воспитывать не только тело, но и дух. После родителей это второй человек в жизни спортсмена. А сейчас на сцене мы увидим результат работы тренеров и их воспитанников из Казани и Москвы.
Гимнастики – одно из главных слагаемых успеха. Ведь это способность создавать индивидуальный неповторимый образ. И не случайно за артистизм ставится отдельная оценка. А сейчас нам продемонстрируют свое мастерство уральские спортсменки. И мы, конечно, верим, что все у них получится на отлично. Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет. Я видала, как луна в сосновых ветках заблудилась и заснула. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел. Из окошка в прошлый вечер. Это наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет.
веришь или нет, веришь мне или нет. Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет, наш с тобой секрет. Алина, а с каким видом искусства можно сравнить художественную гимнастику? Дим, конечно же, с балетом. Между балетом и художественной гимнастикой очень много общего. В первую очередь хореография. И сейчас мы увидим на сцене блестящую хореографию в исполнении коллектива с мировым именем. На сцене солисты ансамбля Игоря Моисеева и Ева Уварова, гимнастка из Йошкар-Олы. Thank you.
Быть моряком – это честь и призвание для любого парня. А сейчас пришло время вспомнить о морских пейзажах, романтике и свободе севера нашей Родины. На сцене спортсменки из Санкт-Петербурга, Архангельска и Кандалакши. Нам запрещается любить в царских семьях. Уж такой порядок древний по расчету. Надо замуж выходить. А я не хочу, не хочу по расчету. А я по любви хочу. Свободу, свободу мне дайте свободу. Я птицей ввысь улечу. Жить приходится в неволе. Пропадают молодые годы зря. Нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки-царя. А я не хочу, не хочу о престоле. А я о любви хочу. На волю хочу я. А я не хочу, не хочу по расчету. А я по любви хочу. Свободу, свободу мне дайте свободу. Я птицей ввысь улечу. А я не хочу, не хочу о престоле. А я о любви хочу. На волю хочу я, на волю. Я птицей ввысь улечу. Чтобы стать настоящим профессионалом, нужно упорно трудиться. Да, Дим, только так. Труд, целеустремленность и воля к победе. Вершина для гимнасток – это попадание в состав сборной России. Впервые на фестивале выступает молодежная сборная команда нашей страны по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Виктория Ильина, Софья Скоморох, Наталья Сафонова, Дарья Аненкова и Карина Катюхина. Настоящие профессионалы и большие.
Глядя на наших юниоров, сразу начинаешь верить в будущие победы российской гимнастической школы. Дим, они и сейчас гремят на весь мир, потому что наша школа лучшая в мире. И это не просто громкие слова. Ты права, Алина. Вот и сейчас на сцене представители сразу трех школ художественной гимнастики из Владивостока, Тольятти и Ульяновска. В юном месяце апреля в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Забыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели. Быстрей кружится от весенней кутерьмы, и поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Дим, я очень рада, что нам удалось в этом году пригласить на фестиваль гимнастов из Японии. Это же мужская художественная гимнастика, Алина. Да, она зародилась в Японии. К сожалению, ей пока уделяется мало внимания. Было бы здорово развивать этот удивительный, красивый и очень мужественный вид спорта на международном уровне. Давайте посмотрим, вам понравится. На сцене спортсмены из университета Ханазона.
Поразительная техника, невероятное мастерство. Нам есть чему учиться у японских спортсменов. А гимнасткам из Подмосковья в следующем номере тоже было с кого брать пример. Ведь у них совместная постановка с членами сборной России Олесей Петровой, Вероникой Поляковой, Ириной Анненковой и Юлией Бравиковой. Я хотела бы пожелать удачи спортсменкам на грядущей детской олимпиаде в Китае. Пока мы не знаем, кто из девчонок туда поедет. Путевка может достаться каждой. И каждой гимнастке мы желаем удачи и победы. Если же кому-то в этот раз удача не улыбнется, знайте, все еще будет. Главное, верить в себя. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретится нас заставит, и встретится нас заставит, и еще меня на рассвете губы твои разбудят. Счастье, что оно не годится, трудно с ним понимаешь, все еще будет, сто концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря, если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что оно, даже птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь. Празднуем встречу. А сейчас на сцене будет выступать сборная команды России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Это по праву гордой страны и мирового спорта. Пожелаем удачи нашей сборной. В июне в Баку будет проходить чемпионат Европы. А в сентябре наши лучшие спортсменки поедут на чемпионат мира в Турцию, в город Измир. Анастасия Максимова, Дарья Пирогова, Мария Толкачева, Александра Семенова и Анастасия Татарева. Thank you.
Вот и подходит к концу наш фестиваль. Я еще раз хочу поздравить всех с Днем защиты детей. И, пользуясь случаем, хочу также напомнить о замечательном празднике, который прошел в нашей стране в зимней Олимпиаде в Сочи. Это был поистине триумф России, спорта и силы духа. Алина, нас не догонят! Точно! На сцене гимнасты-акробаты из Москвы, Нижнекамска и Йошкар-Олы. И народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Забыто колышется чад, и снова копыта, как сердце стучат, и нет нам покоя, гони, но живи. Погоня, 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 погоня горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Есть пули в нагоне, и надо успеть сразиться с врагами и песню допеть. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови. В удачу поверьте, и дело с концом. Да здравствует ветер, который в лицо. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Усталость забыта, колышется чад, и снова копыта, как сердце стучат. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови.
По традиции у нас в конце парад команд и гимн фестиваля. Дима, хочу сказать тебе большое спасибо. Ты уже 6-й год принимаешь участие в нашем благотворительном фестивале. И сейчас я хотела бы тебя попросить объявить все команды, которые сегодня выступали на этой сцене. Спасибо, Алина, я с удовольствием это сделаю. Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 1 Центра физической подготовки «Надежда», город Сургут. Детско-юношеский спортивно-эстетический клуб «Каскад», Тольятти. Спортивный клуб «Энергия», Новосибирск. Комплексная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 10 «Олимп», город Тольятти. Детско-юношеская спортивная школа «Росток», Екатеринбург. Детско-юношеская спортивная школа «Гармония», Владивосток. Отделение художественной гимнастики «Самбо-70» и Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак», Москва. Национальная школа художественной гимнастики «Республика Куба». Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Приволжанка», город Казань. Центр художественной гимнастики «Жемчужина», Санкт-Петербург. Детско-юношеская спортивная школа номер 9, город Иваново. Спортивный клуб «Школа Ольги Капрановой», Москва. Сборная команда города Цхинвала, Республика Южная Осетия. Детско-юношеский спортивный центр, город Чехов. Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», Йошкар-Ола. Детско-юношеская спортивная школа «Восход», город Фрязино. Спортивный клуб «Нефтехимик», Нижнекамск. Клуб художественной гимнастики «Левский», Республика Болгария. Детско-юношеская спортивная школа «Чайка», город Севастополь. Детско-юношеская спортивная школа, город Кандалакша, Мурманская область. Спортивный клуб «Сават», город Нижний Тагил. Университет «Ханазона», Япония. Дворец детского и юношеского творчества, город Архангельск. Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Гармония», город Челябинск. Темрючанка, город Темрюк, Краснодарский край. Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 42 Веры Сессиной, город Москва. Специализированная детско-юношеская спортивная школа номер 1, город Краснодар. Детско-юношеская спортивная школа номер 1, станица Динская, Краснодарский край. Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 41 «Москворечье», Москва. Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва МГФСО, город Москва. Детско-юношеская спортивная школа «Юность», Мостовской район, Краснодарский край. Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 10, город Ульяновск. Сборная команды России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Внимание! На сцене глава благотворительного фонда, депутат Государственной Думы, победительница летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России. Алина Кабаева. Спасибо большое. Ой. Дорогие друзья, вот и закончился 6-й детский фестиваль художественной гимнастики. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто делает этот праздник. Ведь за этим праздником стоит целая армия людей. Это и организаторы, и техническая служба, и хореографы, и тренеры, и, конечно же, наши участники, которые приехали из разных городов России. От Владивостока до Архангельска, от Мурманска до Севастополя. И подарили нам такой потрясающий праздник. Спасибо вам, дети! Хочу, конечно, поблагодарить наших гостей, которые приехали из других стран. Из Кубы, Болгарии и Японии. Аригато! Впервые на нашем фестивале участвовала сборная команда России. Это профессионалы. Это элита мирового спорта. Девчонки, от всей души вам говорю спасибо, желаю успехов. И огромное спасибо нашему тренеру Ирине Александровне Винер за работу, за любовь и за победу, Ирина Александровна. Спасибо вам.
Конечно, наш фестиваль объединяет как массовый спорт, так и спорт высших достижений. И давайте поблагодарим наших эстрадных артистов, которые нам подарили такой яркий, красивый праздник. Без их участия, наверное, бы не было такой яркости. Спасибо артистам, спасибо. Ну и, конечно, хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, которые уже 6-й год подряд приходят к нам на фестиваль, дарят свои искренние эмоции. Дарите любовь, мы ее действительно чувствуем. Спасибо вам большое. Если бы не ваш интерес, наверное, бы и не было такого фестиваля. Спасибо зрителям. Спасибо. Спасибо детям. И в завершение хочу сказать, дорогие друзья, взрослые и дети, обязательно найдите в своей жизни место для спорта. Ведь спорт укрепляет дух и тело, воспитывает характер, дисциплинирует. Спорт делает невозможное возможным. Спорт научил меня и научит вас верить в себя и двигаться вперед. С праздником! Спасибо вам всем, дети мои, любимые, спасибо! Вертится, продолжая свой вечный полет неземной. Шарик вертится, потому что вращаем его мы с тобой. Верьте, не верьте, а планету вертят самые на свете присамые. Мы же можем обогнать. Только
все, что мы делаем, это ради детей и для детей. С праздником! Спасибо, что пришли! Спасибо!